исцеление зрения, исцеление сетчатки с помощью светодиодной лампы. Я вам показываю лампу, которую я тут немного отремонтировал. У нее вот эта часть изгибалась, но сломался механизм, пришлось изолентой для безопасности обмотать. Сейчас я ее включу. Обратите внимание, она матовая, чисто белого, белоснежного цвета должна быть, как солнце в космосе. Эта лампа заменяет солнце, поскольку на солнце можно безопасно смотреть только утром и вечером, а днем не всегда, то я заменил солнце светодиодной лампой. Мощность у нее около 15 ватт номинальная. Сейчас я ее включу, и вы посмотрите, как она будет светить. Вот так. То есть у нее практически светится весь плафон. Видите, она сама меньше по размеру, а светится весь плафон. Но когда я медитирую глазами, я вижу вот эту окружность самой светодиодной лампы. Как я медитирую, я вам покажу. В основном упражнение с лампой я делаю лежа, но чтобы вам показать, я снимаю на смартфон, поэтому мне удобнее делать это за столом. Я буду петь молитву на русском языке. Можно петь любую молитву. Все они идут в одном и том же ритме. 8 ударов сердца на вдох, 8 ударов сердца на выдох. Первые 4 удара сердца у меня глаз закрыт ладонью. Потом я глаз открываю на 4 удара сердца. Потом начинаю выдыхать, снова первые 4 удара сердца на выдохе, глаза закрыты, и последние 4 удара сердца, глаза открываются. Потом я меняю ладони и глаз. Начинаю работать с левым глазом. Точно так же, 4 удара сердца закрыто, 4 удара сердца открыто, потом на выдохе 4 удара сердца закрыто и 4 удара сердца закрыто. И так далее я меняю глаза. Когда глаз закрыт, изображение на сетчатке закрытого глаза потихоньку исчезает. Сетчатка отдыхает. Поэтому надо заниматься сразу двумя глазами. Если глаз какой-то имеет 100% зрение, ничего страшного, вы поддержите работу сетчатки здорового глаза. Это будет профилактика. Сейчас я включу метроном. Буду петь молитву и исцелять свои глаза.
Oh.